Всего за 3 дня с начала непогоды сотрудникам департамента ПЧС пришлось провести 5 спасательных операций. Первый тревожный сигнал поступил из села Майтубе Тюркубасского района, где спасатели при помощи тяжелой техники из затора извлекли 7 легковых автомашин. А через несколько часов сообщения о застрявшем во время бурана транспорте стали поступать и из других населенных пунктов района. Далее в населенном пункте Тураруськулова и Мичурина из снежного плена были освобождены 6 автомобилей, 37 пассажиров были эвакуированы и доставлены в населенный пункт Мичурина. Вечером того же дня на 611 километре республиканской дороги Алматы-Ташкент-Термез в населенном пункте Шахпак-Баба из снежного затора был вызволен автобус марки «Ван Холл» вместе с 40 пассажирами. Все они были успешно эвакуированы. В эти же дни специалисты департамента провели поисково-спасательные работы. В горной местности затерялся 20-летний житель села Шахпак-Баба, который вышел на поиск потерявшихся лошадей. К спасательной операции помимо сотрудников ЧС были привлечены полицейские и местные жители. Всего около 30 человек. Получив сообщение, личный состав оперативно-спасательного отряда в составе 6 человек и на высокопроходимой автомашине «Трекл» выехали на место происшествия. Утром 4:00 они прибыли на место происшествия и вместе с сотрудниками районного отдела внутренних дел и местными жителями принялись, сразу же приступили к поисково-спасательным работам. Поиски были увенчаны успехом. 24 декабря 9:35 потерявшийся житель был найден. В медицинской помощи он не нуждался. И по его словам, чтобы не замерзнуть, он постоянно двигался. Всего же только в Тюркубасском районе снежных заторов за 3 дня были освобождены 15 автомашин и 87 человек. В этих происшествиях никто не пострадал. Данияр Худайбергенов, Марат Давлетов, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Отрар».